О войне они знают не понаслышке. В Кумертау состоялась встреча Совета ветеранов и волонтеров Победы с участниками Великой Отечественной войны. Мероприятие проходило в филиале организации «Боевое братство». Встреча прошла в рамках цикла мероприятий, посвященных грядущему 75-летнему юбилею Победы, который будет отмечаться в следующем году. Такие встречи проводятся регулярно, а ветеранам уделяется внимание не только ко Дню Победы. Скоро у нас намечается День города. Мы хотим тоже в День города с ними вместе быть, с ними вместе праздновать. Дальше 22 июня – это День скорби и памяти. У нас традиционно в этот день возложение цветов к монументу боевой трудовой славы. Ну и так далее. Дальше уже следующий год, с сентября, более активные мероприятия, я думаю, начнутся. Волонтеры Победы поведали истории ветеранов, рассказали о боевых достижениях и жизни после войны. Яна Байзитова уже год является волонтером. И для нее, как и для других добровольцев, ветераны стали близкими людьми. Она регулярно посещает участников войны и помогает им в быту. Главное, признается Яна, это внимание к ветеранам, которых с каждым годом становится все меньше. Мы посещаем ветеранов в первую очередь для моральной поддержки, чтобы им было кому рассказать свои истории, чтобы им было с кем пообщаться, потому что всегда проще рассказать чужому человеку, но со временем, естественно, мы становимся ближе, мы становимся как-то роднее с ними, они уже нас как своих воспринимают. Самое тяжелое из всего того, что мы делаем, это видеть слезы на их глазах, когда они рассказывают эти истории. И живя в нынешнем мире, мы до конца не понимаем, что такое на самом деле могло когда-то быть. В своих воспоминаниях пришедшие на встречу гости затронули не только события своей личной жизни, но и общий подвиг всего народа во имя мирных, безоблачных дней для нынешних поколений. В память о встрече и благодарность за визит ветераны получили сувениры и обещание продолжать такие встречи с представителями поистине героического поколения нашей страны и истории.